В этом году в Балаковском районе активно ремонтируются дороги. Конечно, автовладельцы хотели бы, чтобы в порядок привели сразу все проблемные участки, но работать приходится в рамках выделенных средств. Радует одно – подрядчиком в большинстве аукционов стала компания «Автотрасса». А это значит, что качество покрытия будет высоким, а дороги будут служить долго. Ведь именно эта организация, напомним, капитально ремонтировала набережную Леонова в 2013 году, улицу Минскую в 2014, и полотно лежит до сих пор в целости и сохранности. Хотя поток автомобилей по ним ежедневно проезжает колоссальный. На днях завершились ремонтные работы возле села Маянга, где главным подрядчиком выступала также автотрасса. Безопасность доезда до города Саратов сейчас намного лучше стала. Ну, я же не говорю, конечно, про скорость, все равно скоростной режим надо соблюдать. Но, тем не менее, по всем отзывам балаковцев, конечно, качество дороги уже самого высокого уровня, самого высокого качества. И вот этот, особенно вот этот участок, он был такой рябой, здесь не разогнаться, не обогнать. Всегда было большое напряжение. Дорога Самара-Энгельс-Волгоград – самая крупная региональная трасса. Она пересекает 6 муниципальных районов и соединяет крупные областные центры. Поэтому и было решено уделить ей в этом году особое внимание. 13 километров идем вот сплошным ремонтом. Два слоя асфальта – это еще гарантия на несколько лет. Но сам факт, что подъезд до города Балаково будет высшей категории. Вся дорога должна быть такая. Другой автоподъезд к городу Балаково со стороны польской трассы также в этом году капитально отремонтирован. Поскольку этот участок очень оживленный, то работы приходилось выполнять в сжатые сроки, чтобы не мешать движению автотранспорта. Верхний слой мы сделали буквально за ночь. Фрезерование дорожной одежды толщиной 5 сантиметров, укладка выравнивающего слоя толщиной 7 сантиметров и верхнего слоя толщиной 5 сантиметров. Помимо основных видов работ, вдоль проезжей части установили кромочные лотки и барьерные ограждения. На отремонтированном участке дороги в 9 местах обустроят водосбросы. Кроме этого, сделают почти 500 квадратных метров тротуарного покрытия. Но это не все дорожные участки, которые будут отремонтированы автотрассой в этом году. В этом году осталось делать в самом Балаково-Саратовское шоссе. Там фрезерование и два слоя асфальта будем ложить. Эти работы закончим до конца года. Саратовское шоссе только недавно передали в региональное ведение. Протяженность этой дороги почти 13 километров. Ремонтировали ее частями, поэтому некоторые участки дороги теперь требуют особого внимания. И сейчас главное, чтобы погода позволила осуществить планы по ремонту.